Еще раз здравствуйте! Так, ребята, что мы еще не сказали о вечере встреч выпускников? Ну то, что Екатеринбургу в прошлом году исполнилось 300 лет. 300 лет? А как это мы, представители тракторной державы, упустили этот факт? Недочет. Недочет. Ладно. Вечер встреч — это в первую очередь вечер эмоций. Поэтому предлагаю в нашем музыкальном домашнем задании вызвать у зрителей все известные эмоции человека. Ну, тогда с чего начнем? Ну, давайте вызовем у зрителей эмоцию гнева. Ага. И как мы сейчас, по-твоему, в Екатеринбург привезем Соловьева? Он же без охраны сюда не приедет. Давайте лучше что-нибудь поярче. Есть такая эмоция удивления. Оказывается, если белорусы кому-то платят, то используют это по полной. Поэтому следующий номер объявлю я. Многие в Екатеринбурге знают, что основатель легендарного ансамбля «Песнеры» Владимир Мулявин родился и жил в Свердловске. Но если бы он не уехал в Беларусь, а остался в Свердловске, песнеры, возможно, выглядели бы вот так. Привет от Свердловского рок-клуба! Ну что, вдарим року в этой дыре? Давай нашу! На Уралмаше в Полесье кудесница Мата Олеся гнет их, она как арматуру, работница дома культуры. Олеся, закройся, Олеся! Отлично! Что еще споем? Давай про храм! Нет, это скверная тема. Есть идея получше. В Екате стали много новых таких людей. Работают в центрах крутых, чилят в лаунж-зонах и пьют там в лесе. А здесь шопятся все. Где же живут эти модники, где айтишники, блогеры, майеры все? Ребята, у меня хорошая новость. Ура, мы сдаем парики в химчистку. На! Было же время, когда можно было уехать в Беларусь и стать известным, богатым. Да. Все, идем в гараж. Зачем? Мы там живем. Следующая эмоция – стыд. И пока в России переснимают и портят свои старые фильмы, Беларусь пошла дальше и решила переснять американские. Кинокомпания «Беларусьфильм» совместно с «Тросянка Синема» представляет сказку «Белорусалочка». Итак, уявите – солнце, пляж, море долгов и море жита. Не дно морское, прохлаждаться тут нельзя. Когда уборка урожая, все выходят на поля. Ага! Ну не гады, твары! В стране уборка урожая, а яны песни горлопанят.
идите работать. Или вы хотите, чтобы я позвала своего батьку, председателя Тритон с гектара, и вы узнали, зачем ему вилы? Идите работать и ходите как краб, чтобы ничего не потоптать. Я приехал в Беларусь, в санаторий Беларусь, куплю магнитик Беларусь и домой потом вернусь. Не факт. Ты кто такой? Я Леха из Екатеринбурга. Я всем сказал, что поехал отдыхать в Европу, приехал к вам, в Беларусь. Ты никого не обманул, только себя. А как ты оказался здесь, у поля? Я летел уральскими авиалиниями. Удобно, удобно. А ты кто? Я белорусалочка. А где твой хвост? С бывшим, сегодня же воскресенье. А ты про этот хвост? Спроси еще раз. Ой, ты такая прикольная. А побежали на сеновал. Точно, сеновал. Мы трудились, мы старались, было некогда вздохнуть. Мы пшеницу все убрали, теперь можно отдохнуть. Отдохнули? Да! На картошку! Ой, Лёшка, ты такие бешеный, такие бешеный! Я бы этот стог сена одна никогда не раскидала. Слушай, поехали со мной в Йобург. Ты что, не видел поля? Мне тут в Йобург надо. Мне кажется, я в тебя влюбился. Я хочу заключить с тобой брак. Лёшка, дурачок, ничего у нас с тобой не получится, потому что у Беларуси нет брака. Все на экспорт. Почему мы трудолюбивы? Мы дадим вам сейчас ответ. Потому что у белорусов своей нефти и газа нет. Все на свёклу! Друзья, существует много эмоций, но на самом деле настоящие эмоции может вызвать только жизнь. Давайте устроим настоящий вечер встречи, расскажем о реальной истории нашей команды. Друзья, у нас много историй, как у любой команды КВН. Только давайте мы вместе выберем, какую вам историю расскажем. У нас просто время мало, а историй много. У нас есть история, как мы спустились в глубокую шахту, и потом нам вручили диплом глубоко уважаемых. Да. Это все настоящая история. Есть история, как нас задержали на белорусско-российской границе, когда мы ехали играть в КВН. Да-да, такая граница существует. Есть история, как мы первый раз пришли в мэрию Могилева. Это вот самая смешная. Давайте ее послушаем. Давайте. Это реальная история. Мы когда стали чемпионами высшей лиги, нас пригласили первый раз в мэрию. И вы знаете, мы пришли, нас очень тепло встретили, очень сильно благодарили, много подарков. Вот эти значки вот нам дали золотые, до сих пор носим, да. И мы пошли пить чай с мэром. Сидим, пьем чай, очень добрая беседа, конфетки, бараночки, очень все мило, классно. И тут в какой-то момент помощник мэра говорит: «Ребят, давайте пока пьем чай, посмотрим ваше выступление». И очень ответственно нарезал все миниатюры про нашего мэра. Все, да. А там такие миниатюры, где он там, где его собака покусает, где он с крапивой дерется, с моста упадет. И в комнате просто гробовая тишина, никто не смеется. И Снопа, вот Снопа такой говорит такой: «Ну кто ж знал, что пересечемся?» Да. Вот, и признаться, мы реально, мы впервые в Екатеринбурге, очень сильно удивились, и у нас по этому поводу есть еще одна история, которую можем рассказать только вам и только здесь. В общем, мы в том году играли летний кубок в Перми. Да, и мы там сказали вот такую шутку. Кстати, а как переводится Пермь? А, Пермь переводится, как это, вот это вот, это, лучше Екатеринбурга, да.
Ну кто ж знал, что пересечемся? Друзья, у вас правда очень классный город, и вы знаете, в чем кайф КВН, что на каждой игре КВН и зритель, и команды, он получает весь спектр эмоций. Екатеринбург, счастья вам, спасибо.